что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок, ведь не буду. Это все мое, родное, это родина моя, первая на свете. Нас не порвать, нас не сломить, станем стеной, чтоб победить, нас не стереть, нас не согнуть. Это наш дом, это наш путь. Нам ли от пуль вражьих бежать, сеяли тут, будем решать. Твердо стоим, ветер в лицо, не предадим память отцов. Нас не порвать, нас не сломить, станем стеной, чтоб победить. Нас не стереть, нас не согнуть. Это наш дом, это наш путь. Не тревог, поле потерь, знай, с нами Бог, в лучшее верь. Наши сердца вместе с тобой, Белгород на передовой. Нас не порвать, нас не сломить, станем стеной, чтоб победить. Нас не стереть, нас не согнуть. Это наш дом, это наш путь. Дорогие друзья, для каждого человека Россия начинается с его малой родины. Для каждого из нас, белгородцев, наша малая родина – это новая Таволжанка, Казинка, Шебекино, Белгород. 30 декабря 2023 года – один из ужасных дней для нашего региона, когда все разделилось на до и после. Центр Белгорода подвергся атаке со стороны Украины. В результате обстрела погибли 25 человек. Ранения получили 109 человек. Никто из жителей не остался в стороне. Не было равнодушных. Многие горожане проявили мужество и самоотверженность, оказывая помощь пострадавшим. А вечером около 2000 человек, члены самообороны, волонтеры, МЧС, сотрудники Белблагоустройства, простые белгородцы приводили в порядок свой родной дом. Это люди, которыми мы гордимся, которые являются примером для всех нас, для наших детей. Где бы мы ни родились, где бы мы ни выросли, все это наше родное отечество. Это наша белгородская семья. Это наша родина. Yeah.
Слово предоставляется губернатору Белгородской области Вячеславу Владимировичу Гладкову. Добрый день, дорогие друзья. Я думаю, что у каждого, кто смотрел сейчас кадры небольшого ролика в начале нашего мероприятия, конечно, очень тяжело. Тяжело вспоминать, потому что, с одной стороны, кажется, что это было вчера, с другой стороны, прошло много времени, но вот этот ужас, вот эта боль, все вы были на улицах, видели кровь, видели, что осталось от людей, которые были разбросаны по всему центру города. Это, конечно, невозможно забыть. И сегодня первая встреча, первая церемония награждения тех людей, благодаря отваге и мужеству, не было допущено еще больших потерь. Потому что вы находились волей судеб, оказались рядом со страшными событиями и пришли на помощь тем, кто особо в этом нуждался. Это врачи, водители, самооборона, это водители автомобилей, которые стояли и ждали отправки по маршруту. Это люди, которые просто проходили мимо и помогали затаскивать раненых в кафе, в гостинице. Искали жгуты, перематывали, вызывали скорую помощь, согревали раненых, отправляли. Это те, кто встречал в больницах, в госпитале, в городской больнице номер 2, в областной больнице, в детской больнице. Встречали, переносили, перевозили на кушетках, переносили на руках на операционные столы. Затем выхаживали сотни человек, которые получили ранения. Вы отправляли наших детей, стариков вместе с сотрудниками федеральных клиник на борте МЧС, когда по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина к нам прибыл министр здравоохранения и с ним более 40 врачей, лучших врачей страны, для того, чтобы помочь. Хотя, когда Михаил Альбертович уезжал, он докладывал полномочному представителю Игорю Олеговичу Щеголеву, который тоже был у нас в этот день по поручению президента, он говорил, что в очередной раз, это дословные его слова, поразился высочайшему профессионализму белгородских врачей, что в принципе со всеми задачами, которые нужно было выполнить, белгородские врачи, хирурги, травматологи, реаниматологи, все справились. Конечно, помощь была своевременная, она нам была нужна, потому что много было раненых. Мы все переживали за детей, которые получили страшные ранения. Но профессионализм врачей удивил министра. И он просил Игоря Олеговича Щеголева помочь в представлении врачей, тех людей, которые отличились государственным наградам. Когда докладывал президенту о ситуации, и в итоге тоже просил, чтобы по итогам сбора информации мы предоставим тех, кто наиболее отличился, государственным наградам Российской Федерации. И мы это уже начали делать. А сегодня мы начинаем ряд встреч, чтобы ряд церемоний уже региональных, чтобы поощрить тех, кто проявил не на словах, а на деле истинные качества мужества и героизма. Спасибо вам большое. Спасибо вам за пример, который вы показываете детям, показываете всей стране, показываете врагу, который в очередной раз, мне кажется, убедился, что Белгород, Белгородскую область, Российскую Федерацию никакими ужасами, никакими действиями не запугать. Уверен, победа уже близка. Спасибо вам большое. Спасибо, уважаемый Вячеслав Владимирович. Просим вас вручить заслуженные награды.
за инициативные и решительные действия, способствовавшие успешному выполнению мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории города Белгорода, почетной грамотой губернатора Белгородской области награждаются Бурмистров Дмитрий Александрович, тренер-преподаватель спортивной школы номер 1 Белгородского района. Квасников Владимир Васильевич, житель города Белгорода. Симаков Павел Геннадьевич, житель города Белгорода. За мужество, отвагу и решительность, проявленные в условиях чрезвычайной ситуации, активное участие в оказании помощи в период обстрела города Белгорода 30 декабря 2023 года со стороны вооруженных формирований Украины почетной грамотой губернатора Белгородской области награждаются Будков Евгений Юрьевич, водитель автобуса единой транспортной компании. За инициативные и решительные действия, способствовавшие успешному выполнению мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 30 декабря 2023 года на территории города Белгорода в условиях, сопряженных с риском для жизни, почетной грамотой губернатора Белгородской области награждаются Артюшенко Наталья Игоревна, оперативно-дежурный центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Белгородской области. Верещагина Анна Григорьевна, оперативно-дежурный центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Белгородской области. Пожидаева Юлия Викторовна, оперативно-дежурный центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Белгородской области. Лебедев Николай Александрович, начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода. Литвинов Михаил Владимирович, спасатель поисково-спасательного отряда управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода. Разеньков Михаил Юрьевич, спасатель поисково-спасательного отряда управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода. За высокий профессионализм, проявленную решительность и самоотверженность при спасении жизни людей, содействие в осуществлении охраны общественного порядка, значительный вклад в формирование и развитие военно-полевой медицины в рамках деятельности территориальной самообороны на территории Белгородской области в период проведения специальной военной операции медалью «За доблесть в рядах Белгородской самообороны» награждаются члены Белгородской региональной общественной организации «Сводный оперативный отряд содействия правопорядка». Коломиец Николай Иванович. Кузнецов Василий Павлович. Леонов Вячеслав Борисович. Максимов Алексей Игоревич. Мигунов Роман Николаевич.
Сотник Евгений Игоревич. Чесноков Алексей Владимирович. За инициативные и решительные действия, способствовавшие успешному выполнению мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 30 декабря 2023 года на территории города Белгорода в условиях, сопряженных с риском для жизни, благодарность губернатора Белгородской области вручается Балуеву Андрею Евгеньевичу, машинисту экскаватора 6-го разряда Управления Белблагоустройства. Беляеву Сергею Анатольевичу, дорожному рабочему 4-го разряда Управления Белблагоустройства. Бредихину Виктору Николаевичу, водителю автомобиля Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Белгородской области. Гертье Алексею Александровичу, заместителю начальника отдела информационно-аналитической работы и планирования учреждения «Муниципальная стража». Голубцову Вячеславу Анатольевичу, спасателю поисково-спасательного отряда Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода. Гончаруку Юрию Ивановичу, спасателю поисково-спасательного отряда Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода. Девченко Юрию Александровичу, трактористу 5-го разряда Управления Белблагоустройства. Конюка Сергею Николаевичу, заместитель начальника службы управления Белблагоустройства. Кононову Сергею Николаевичу, водителю автомобиля автопарка администрации губернатора Белгородской области. Костромину Максиму Викторовичу, трактористу 5-го разряда Управления Белблагоустройства. Крылову Сергею Алексеевичу, водителю автомобиля 5-го разряда Управления Белблагоустройства. Куртову Ивану Васильевичу, спасателю поисково-спасательного отряда Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода. Лихолетову Николаю Алексеевичу, водителю автомобиля 4-го разряда Управления Белблагоустройства. Лычевой Людмиле Ивановне, уборщику территории 2-го разряда Управления Белблагоустройства. Мануиловой Анне Николаевне, грузчику 2-го разряда Управления Белблагоустройства. Морозову Игорю Михайловичу, мастеру управления Белблагоустройства.
Витимко Кириллу Витальевичу, оперативному дежурному управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области. Погорелову Юрию Николаевичу, машинисту экскаватора 6-го разряда управления Белблагоустройства. Подщеримову Петру Александровичу, водителю-погрузчику 6-го разряда управления Белблагоустройства. Родову Сергею Сергеевичу, водителю автомобиля 5-го разряда управления Белблагоустройства. Херувимову Денису Витальевичу, мастеру управления Белблагоустройства. Сапкову Дмитрию Алексеевичу, мастеру управления Белблагоустройства. Суканову Александру Николаевичу, грузчику 2-го разряда управления Белблагоустройства. Благодарственные письма губернатора Белгородской области вручаются коллективу Белгородского отделения организации «Северный человек», руководитель Попов Андрей Сергеевич. Абельмазовой Анастасии Владимировне, волонтеру Белгородского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Адаевой Анастасии Равильевне, специалисту по работе с молодежью Центра молодежных инициатив. Ананьеву Александру Владимировичу, директору учреждения «Белгородское водное хозяйство». Печь Даниилу Сергеевичу, начальнику отдела по работе с добровольцами, руководителю ресурсного центра развития добровольчества Центра молодежных инициатив. Боровской Кристине Игоревне, консультанту отдела сметного нормирования и ценообразования Управления капитального строительства Белгородской области. Васюковой Елене Юрьевне, консультанту отдела правовой и кадровой работы Управления капитального строительства Белгородской области. Вульф Артемию Яновичу, руководителю добровольческого штаба инженерного факультета Белгородского государственного аграрного университета имени Горина. Гринчина Оксане Николаевне, волонтеру штаба общероссийской акции «Мы вместе». Губернаторовой Анастасии Олеговне, волонтеру штаба общероссийской акции «Мы вместе».
Даниловой Веронике Вячеславовне, консультанту отдела водных ресурсов Министерства природопользования Белгородской области. Дорофееву Илье Вячеславовичу, начальник управления молодежной политики администрации города Белгорода. Елькиной Марине Сергеевне, экономисту отдела анализа и прогнозирования медицинского информационно-аналитического центра. Закоморной Татьяне Андреевне, руководителю Добро-центра Белгородского государственного технологического университета имени Шухова. Злобиной Татьяне Михайловне, консультанту отдела экономики и бухгалтерского учета Министерства природопользования Белгородской области. Козюлину Максиму Юрьевичу, студенту Белгородского государственного технологического университета имени Шухова. Карнаух Сергею Борисовичу, индивидуальному предпринимателю. Кислицкой Светлане Васильевне, консультанту отдела охраны и защиты лесного фонда Министерства природопользования Белгородской области. Клавкину Тимофею Сергеевичу, студенту Белгородского государственного технологического университета имени Шухова. Коломецкому Егору Романовичу, студенту Белгородского политехнического колледжа. Крахмалеву Даниле Сергеевичу, педагогу дополнительного образования образовательного комплекса «Алгоритм успеха». Лихачевой Евгении Юрьевне, заместителю директора офиса «Троицкий» публичного акционерного общества ВТБ. Милошенко Евгению Васильевичу, заместитель начальника отдела охраны и защиты лесного фонда Министерства природопользования Белгородской области. Миршарипову Анвару Мирусмон Угли, специалисту по работе с молодежью Центра молодежных инициатив. Михайловой Ольге Георгиевне, консультанту Центра бухгалтерского обслуживания и информационно-ресурсного обеспечения учреждений культуры. Найман Алене Сергеевне, консультанту отдела развития добровольческой деятельности Министерства по делам молодежи в Белгородской области. Никитиной Марии Юрьевне, начальнику отдела развития добровольческой деятельности Министерства по делам молодежи Белгородской области.
Осиповой Ларисе Васильевне, учителю физической культуры средней общеобразовательной школы номер 4 города Белгорода. Писарову Денису Николаевичу, начальнику отдела особо охраняемых природных территорий учреждения «Валуйский лесхоз». Роганова Юлии Сергеевне, заместитель начальника отдела по работе с добровольцами Центра молодежных инициатив. Сафонову Игорю Владимировичу, заместитель начальника департамента, начальнику отдела Министерства природопользования Белгородской области. Семикопенко Илье Сергеевичу, студенту Белгородского государственного технологического университета имени Шухова. Старченко Анастасии Александровне, волонтеру штаба общероссийской акции «Мы вместе». Тельпову Александру Сергеевичу, студенту Белгородского государственного технологического университета имени Шухова. Толмачевой Диане Александровне, консультанту отдела экологической экспертизы, стандартов озеленения и воспроизводства растительного мира Министерства природопользования Белгородской области. Толмачеву Сергею Геннадьевичу, мастеру бригады наружного освещения номер 1 филиала Россети «Центр», «Белгородэнерго», «Белгородские электрические сети». Хоревой Олесе Михайловне, первому заместителю директора Педагогического института Белгородского государственного национального исследовательского университета. Шаповалову Артему Сергеевичу, волонтеру штаба общероссийской акции «Мы вместе». Благодарственные письма губернатора Белгородской области вручаются сотрудникам управления Белблагоустройства Булановичу Георгию Петровичу, электрогазосварщику 5-го разряда. Власову Алексею Викторовичу, стропальщику 3-го разряда. Душину Виталию Анатольевичу, электрогазосварщику 5-го разряда. Зазуле Олегу Викторовичу, мастеру. Кизиловой Светлане Николаевне, старшему мастеру.
Колесник Евгению Петровичу, электросварщику ручной сварки 4-го разряда. Молодцовой Людмиле Павловне, уборщику территории 2-го разряда. Московченко Роману Анатольевичу, водителю автомобиля 4-го разряда. Соколову Роману Александровичу, водителю автомобиля 4-го разряда. Хохлову Игорю Александровичу, слесарю-ремонтнику 4-го разряда. За мужество, отвагу и решительность, проявленные при ликвидации последствий обстрела города Белгорода 30 декабря 2023 года со стороны вооруженных формирований Украины, благодарственное письмо губернатора Белгородской области вручается Шапошнику Дмитрию Владимировичу, руководителю областного ситуационного центра. Спасибо, уважаемый Вячеслав Владимирович. Еще раз примите самые искренние поздравления. Вы действительно те люди, которыми гордится вся страна. Спасибо. Все мы живем и трудимся здесь. Строим и развиваем. Растим наших детей в уважении к родной земле. Ведь это наша Россия. Это наша Белгородщина. Земля великих предков. В очередной раз мы доказали, что русский дух не сломить, и мы готовы принять любой вызов времени и справиться с ним. Yeah.
на траве краса, роса. Путь далеко наш стелится, ты даже можешь ветром стать. Ой, да туман рассеялся, и на холме краса, роса. Путь далеко наш стелится, время проснуться, время встать. Солнце все выше, это шанс. Ты вдохновлен творить сейчас. Мы не одни, момент для нас. Чувствую силу и понеслась. На рукаве мой порядковый номер, на рукаве
пожелай мне удачи в бою, пожелай. Не откроя там Станиславский, Чехов, Тютчев и Мандельштам. Питер, Донецк и Выборг, Грозный, Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни, средь полей золотых. Наше время настало. Это время своих. Летчики, моряки, русские маяки. Здесь испокон веков. Сердце, поднимет
за первым. Страх больше не ведом, и все это знают. Мы сильные люди, своих не бросаем. Родина, мать, зовет. В Белгородской области это одна большая дружная семья. И каждый день мы это доказываем. Любые невзгоды, любые трудности мы переживем только вместе, только сообща. Ведь нас никогда никому не сломить. Связано небом, огни. Мы это.
Дорогие друзья, мы желаем вам мирного неба. Мы справимся со всем вместе. Наша сила в единстве.